поселке Тура Ивенкийского муниципального района сегодня произошел пожар в учебном корпусе местной школы-интерната. Сообщение о возгорании поступило в 13:15. Первый пожарный расчет прибыл на место уже через 5 минут. Были эвакуированы 137 учеников и 11 человек персонала учреждения. Все они были отправлены в жилой корпус, который находится рядом. Возгорание произошло в помещении, где учились старшеклассники, а затем огонь перекинулся на начальную школу. Общая площадь возгорания составила 1014 квадратных метров. В здании обрушилась кровля. В тушении были задействованы 33 сотрудника МЧС и пожарные, а также 10 единиц техники. В настоящее время пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. И вот что нам рассказала по телефону заместитель директора интерната в Туре. Нормально. В спальном корпусе надо задание это совсем другое, как бы оно от школы находится недалеко, поэтому все в порядке. Все же здоровы, все покормили, все сейчас же пошли на тренировку. Все как обычно в режиме.